Ну, а прямо сейчас мы возвращаемся к первой теме выпуска. Работу над ошибками проведут дорожные службы в Барнауле. Организацию движения на перекрестке проспекта Красноармейского и улицы Партизанской приведут в соответствие с нормативами. Вот на этом перекрестке мнений сейчас находится моя коллега Олеся Роженцова. Она узнает подробности, ей слово. Здравствуйте, коллеги. Сейчас мы находимся на одном из самых, пожалуй, проблемных участков, перекрестков в городе Барнауле. Рядом со мной эксперт ОНФ Евгения Гущина. Евгения, расскажите, что здесь не так? Вот вижу, люди идут как-то очень странно. Действительно, все правильно. Данный перекресток установлен с нарушением ГОСТа, а именно с пешеходным переходом. Возможно, в рамках БКД, потому что эта улица у нас попадает в рамках безопасных качественных дорог именно под реконструкцию, было, так скажем, не заложено в области проектирования переоборудование пешеходного перехода. В связи с этим мы сейчас с вами видим нарушения, которые есть, а именно установлены дорожные знаки не так, да, не в соответствии с ГОСТом. И, собственно говоря, сейчас лежат те бордюры там, где они не должны лежать, и поэтому они мешают доступности среде здесь непосредственно проходить и проезжать на инвалидных колясках. Поэтому, конечно, в свою очередь мы будем инициировать, чтобы это все было устранено в кратчайшие сроки. А что будут делать для этого? То есть какой-то проект, может быть, нужно разработать? Мы обратимся, так скажем, к независимым экспертам именно в области проектирования, чтобы они подсказали, что нужно сделать. Потому что, конечно, как эксперт ОНФ, значит, и зная нормативные документы именно по установке дорожных знаков, я бы рекомендовала здесь перенести пешеходный переход, значит, установить дорожное ограждение, собственно говоря, где у нас занижен бордюрный камень, там его приподнять и, собственно говоря, вообще перенести отсюда пешеходный переход. Спасибо большое. Я напомню, что мы разговаривали с Евгением Гущиной, экспертом ОНФ. Ну и добавлю для наших телезрителей, что о сроках, когда все-таки на этом перекрестке устранят все эти неполадки, все эти нарушения, мы поговорим с властями. Здесь уже есть представители, и в ближайших выпусках новостей расскажем об этом. Коллеги.